С вами я, как уже меня представили, Носферату Алукард. Сейчас будет весело. Естественно. Такая же вариация, как и у меня. Да, мы же договорились на этой варе играть. О, видишь, почти получилось. Ой-ой-ой. Твои командники все же получше моих. Вынужден признать. Да что такое? Во! Наконец-то. Видишь? Потренировался и начало получаться командники эти вводить. Ой! Вот это парирование, я не понимаю, как оно работает. Так и не понял. Ой-ой-ой. Блин, надо было без блока присесть. Хорош, убил. Естественно. Год не играл в МК уже и просто так вот разношу на изи. Талант? Не пропить, талант не пропить. Несмотря даже на то, что я долгое время играю в Eyes of Heaven, который по сравнению с Mortal Kombat вообще ничто как файтинг, у меня все получается. Ага. Ты ж мог это наказать. Я тоже без дела не сидел. Потренировался тоже. О! Ой. Опасный это и опасный. Надо было все же бросок пихать. Я думал, ты сейчас блок отпустишь-то против броска. Я же это... Знаю, что там садиться без блока надо, короче. Я уже на Рэмбо, ну так. Итак, пока что в целом мы играем на равных. Блин, можно было на выйти на фул комбо. На Носферату тоже. На Рэмбо играет очень продолжительное время. Так. Хочу попробовать бруталочку с командника. А, не вышло. Отличная отмена. Вот они начались уже проблемы. Блин, только вперед 4 пихнул, добить должен был. Это мне... Вверх 3 кидаешь. Окей. Неплохо. Ну я же говорю, потренировался. Без дела не сидел. Угу. Сразу единорос уже командники вводить умеешь в комбе. Но до моей-то тычка бросок, это тебе еще далеко, наверное. Ну только на Рэмбо. Научился вводить. Что-то как-то да же... тычки много да. Жал, много сожрал тычек. Угу. Я уже думал брейкать, но... Как же давно вот мы не играли. Еще можно подбросить вверх 3-3 и командник. Нет, я знаю, это моя комба. Да, это все смерть. Причем Рэмбо у меня в кожаной накидке из кабаньей шкуры из первой части. Там она у него была.
Ох. Ой, 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 опасно, опасно сейчас было. Да не особо. Да. Я крадущегося хочу сделать. Это моя техника. Ох ты. Так я же у тебя все подучил. Ну, брейк. Блин. Блин. О! Наконец-то. Блин. А. Я тебя поймаю. Да. А вот я думал, ты полезешь. После секундного моего бездействия, я думал, ты полезешь ко мне в прессинг, и я так в ФБ тебя пихаю. Переждал, переждал, молодец. Что еще сказать? Ты тоже неплох. Как всегда, друг мой. Что-то пока незаметно, что я все еще неплох. Пока что я продемонстрировал после годовалого бездействия в МК только то, что я... Может, Терника возьмешь? Да, ну, думаю, может, Робочёрта взять? Робокопа? Ну, давай. Это будет интересно. Не зря же ему ближку уже апнули. Нормально так. Ты знаешь, что ему там на 1, 2, 3... Нет, 1, 1... Ой, блин. Ой. 1, 2, 1 дали тик-троу. На первом и втором, третьем ударе. Ну да, типа, да. Но это не особо. Не, ему это очень сильно ближко апает. Без тик-троу Робокоп это был говно. Так, ладно, зоним. Когда нужно зониться, зонь. Когда нет, стреляй. А, ну вот опять уже все, пошли проблемы. Беда с геймпадом. Да ты что не взял? Черный или белый? Так я еще на черном и играю. Ох ты. Нихера ты. Ты это научился. Да ну, обосрать это геймпад. Кусок говна просто. Вот видишь, вот по этой причине я бросил МК играть. Потому что уже просто невозможно играть. Ой. Так. Прессинг. Ты еще выпрыгнуть пытаешься? Да где командник-то? Я же его ввожу. Ну а ты первый тик-трол. Ну слушай, да, это работает. Что? Я этого не нажимал. Серьезно. Я синхер. Там ты, наверное, 1.3 задействовал как-то. Да где же командник, а? Бам-бам-бам. Крадущийся леопард. Пум-пум. Так. Да, тут нехер было делать. О! Бомба. Ага.
Ну, Робокоп ФБ, ну такой себе. Я уже, кстати, по привычке с Йоха хотел сделать дэш вперед, потом еще раз 1-2-1. Да. А вот это реально, кстати, самая тяжелая бруталка у Рэмбо. Я так не понимаю тайминг, как быстро и когда нужно нажимать низ-низ-низ на командники. Я все заставки открыл, кстати. Круто. Ну, как-то вот так командники я научился. Чё, счет у нас? 3... Все в твою пользу. 3-0. Угу. 3-0. Что-то я не такое ожидал, это... Что я отзверею? Разгром, я такой не ожидал. Что я отзверею? Ой, попал. Ладно. Это все, по-моему, не наказывается у него, да? Ну да, если четверку в конце пихнуть, то это вообще сейф с пушбэком. А. Ай. А. Ну да. Ладно. Зоненько ты хер преодолеешь. Ой. Ну сейчас я, кстати, в преимуществе буду, если я первый выстрелю. Ага. Да, почти получилось. А как тебе вот это? 2-2-2. Бдум. Красавец. Ой, блин, почти вышло. Блин. Блин, ну тут ты победил, походу. Да нет. Ну да, как обычно, твои любимые. Просто взять и прыгать под врагом. Да, ты твоя любимая. Который при этом контрпикает абсолютно все. А в смысле, это же сейф. О, но. Ой. Оу, щит. О, щит. Here we go again. Я, кстати, я бы дал бы Робокопу больше бы тиктроу. Чтобы он, например, с вперед 3-2. С вперед 3-2 мог бы закомбить. Ну да, это смерть. О. О! Получилось. Извини. Да и хер с ним. Ну ты близок был к тому, чтобы меня убить. Угу. Все равно респект тебе. Че, может, все-таки контр пикнешь? Чем? Я могу скарпа попробовать взять. Ну давай. Повспоминать, что такое это отмена телепорта, что такое миксапы на нем. А как же бегущий Арни? Там. Бегущий Арни не сегодня, это точно. Я на нем хер что сделаю. Значит, на обычный вар телепорта возьму. Ширай Раю Файр Гарден. А. Сейчас. Ну как тебе мой Рэмбо? Идеальный, как обычно. А вместе с твоей вот этой любимой механикой тупо прыгать на драгом, он еще более имбовый. Ну я же знал, что ты сделаешь мейкап. Как-то надо было его перебить. Да там даже Вер 2 не перебить. Ау. Братан. Блин, я тут мог блокировать.
Я хочу использовать твой мув. Вот он. Вот он. Но это надо все это я быстро отметить, что это чуть ли не, не одна единая комба. Ой, я. Ой, ну все, пошло, пошло. Все. Я серьезно говорю, у меня походу большие проблемы сейчас. Ой. Ой. Блин, не порвал бросок. Все. Мертв. Блин, команде квитнул. А. Ну черт. Да, тут прыгать был не вариант. Тебе тут либо. Не, ну прыгать на можно было, но не с рукой, с ногой надо было тебе прыгать. Опа. Блин. Блин, зачем? Я этого не нажимал. Фак. Да и. Блин. 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 Хопа. Стик ролл. Блин. А. Ой, ну почему? О, нет. Нет. Да, тут не будет второго КБ. Фак. Кстати, это не наказал. Блин, метра не. Не убил. Мёртвый можешь не делать. Я и не собирался, ГСК, первая победа. Ну еще не вечер. А чё вечер? 4-1. Скорлупой. Твой скорпион все так же силен, но у меня есть новый Саб-Зиро. Ну что же за мне приготовил, интересно, на холодильнике? Сейчас будет больно. Вздымающийся лед и усиленный шар. Интересно. Сейчас Урокусаки покажет, как делаются дела в криминальной Японии. Мне даже интересно, как ты используешь вздымающийся лед. В углу комблю с него. С него вроде как еще и с мидскрина можно комбить. Ну это сложно, это очень. Блин, забыл немножко вот на данном персонаже. Ой. Шреддер старый стал, отхватывать много стал. Ага. Блин, как ты прочел-то мой оверхед? Сейчас. Да стой! Я жму отмерку, он нажимает двойку. Какого фига? Да это все это смерть. Нет! Фу! Я КБ не хотел тратить! Я не хотел тратить. Как тебе по-другому брата. Надо было закомить? Это было на Z1-2. Нет, как там? В общем, серию с вот этого топора, ага. Красава. И при этом дальше закончить слайдом. Это мне бы убило бы точно.
Так, надо скарпа в углу оставить. Блин. Да. Блин, вот. Играю второй день на этом персонаже. Нет, третий день. Ну ладно. Щит. Два, три. Угу. Четыре. Два, четыре. Ну, твой скорпион все так же силен. Да, только я на нем вчера только пару раз комбы поделал. И то вот эти самые классические. И все, и выключил. Соскучился за МК-то? Не, пальцы болят. Эти мы как вот вбиты с робокопом. Тяжело было из-за того, что у меня это постоянно геймпад живет своей жизнью. И поэтому из-за этого я не хочу больше в МК играть никогда. Блин, я все какой-то. Ну я думаю, это простительно, поскольку я даже недели на этом персонаже не играю. Ну, с этим набором... С тем, что против тебя человек, который уже год не играл в МК, ну, это позор, да. Блин. В Йохе, кстати, вообще все наоборот. Если чел год не играл в Йох, то... его будет нагибать чел, который вот этот весь год продолжал играть. Блин. Так, походу настало время вперед 2. Сжимающий лед, да? Нихера, ты умный. А этот кто-то знает. Мерси, подожди, а ты блокировал в СМИ на прыжке или что там было? Блокировал. А почему бросок не попал? Что это сейчас за херня была? Почему у меня тогда бросок не попал? Черт. Хардкор. Блин, я думал, ты второй раз посмотрешь подряд. Думал, ты не поведешься уже на такое. Ну, поскольку Шреддер добрый, он тебе мороженку приготовит. Или просто, чтобы монетизация была хоть небольшая. Да мне просмотры не нужны. Я всегда своим оппонентом. Райдана попробую, я его помню, мейнил последние вот дни перед удалением МК. Так, ну еще две каточки сыграем. Думаю. Так, или может кого бы подобрать-то реально? Может Эрона против Рэмбо? Эрон Блэк, думаешь? С броском фермера. Поехали, Алукард. Может Алукард против Алукарда? Вот, смотри. Прекрасного Алукарда я тут собрал. Из Джокера. Вот да, он. Ты ж помнишь, собирал Алукарда. Вот, чем не Алукард? Ну реально, кстати, да, Алукард. Только вот эти полосы бы убрать, и плащ бы подлиннее, и рубашку белую. Ладно, Рэмбо. А может Арни? Давай Арни. Да ладно, насрать уже кого. Хотя я не уверен, возьму лучше Рэмбо. Ну слушай, ты... Силен. Я бы не сказал, что ты прямо так ужасно играешь после годового отсутствия. Опа. Быстро вверх. Ой, че с Эрон. Не Эрона на Рэмбо сложно победить.
Блин. КБ. Это было хоть вообще парирование, раз. Да? Парирование? Не. А, это был удар. Захват. Захват, да? Да, захват. Это уже смерть, тут ничего не сделать. Тебе надо было наоборот себя вперед держать, чтобы меня не перекидывать в угол. Раньше ты говорил, Эрон Сила, Рэмбо могила. Но сейчас... Сейчас мне просто надо разыграться. Эрон Сила, Рэмбо могила. Ой, подбородок. Эх, если бы я с командником скомбил, там бы было 350 урона. Не как бой, ты меня не убьешь. Да. Ладно, дозвонил. Mad Guts, Blood and Glory. Кровь и слава, да? Ну что это такое-то? Glory, слава, Blood, кровь. Ну да. Не, Mad Guns, это вроде что-то там плохие пушки. Кровь и слава. Что? 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 Несколько стрел выпустите, они перебили твой ПБ. Подожди, разве я их не... Блин, да. Не, по идее, я сейчас должен был послать нахер и просто задоджить тебе. Например, кстати, в Йохе, даже если тебе удар в лицо прилетает, но ты даешь ФБ, то... ФБ перебивает атаку. Некрас мной бы гордился, я озверел. Я на этой вариации полубога взял, кстати. Это круто. Ну и осталось тут понты добить. Ну это да, тут уже нечего делать. Нет, не не. Я тебя поймал. Кстати, а что у меня в этой варе? Реактивный выстрел. Бум. Смотри, вот я открыл. Кого открыл? В мувлите стиле. Открывал. Ой, зря ты так. Как обычно. Вот это сейф. Назад 2-2-4. Блин, надо было еще мины взять. Да что это? Ну как ты? Ты уже 50-ю стрелу выпустил. Ты 3 максимум. Ты же 3 максимум можешь. Как ты, блин, миллион стрел-то выпустил за раз? Я зверел. Я новый некрос. Оу. Ну я же жму. Ах ты, Эрон. Ладно, зонить не по чесноку. Как на такой можно было попасться? Чё, проиграл, что ли? Нет. Да, ну да, всё, я обосрался. Блин, нет, я не докомбил. Да ну...
Это было. Я знаю. Потому что ты бы не стоял бы просто так, ты бы прессил меня, либо кинул бы бросок. Ну что, последняя каска? Может быть, может быть. Ну, до 10 же играем, хотя 8 раз уже. Еще 2 катки, значит, играем. 3-8 счет. В мою пользу пока. Кислоту и чуть-чуть больше урона будет. Да ну обосратый геймпад, я жму вниз выстрел, а мне дают вот это говно. Спасибо за твои техники на Рэмбо. Лужа. Кстати, лужа, охрененный же спешл. Я у него постоянно про него забываю. Блин, вот крадущийся леопард, он хрен его прожмешь. Да чё там прожимать-то, блин, назад перед 4. Это же самое стандартное для расположения кнопок. Какие вот только могут быть. Ай, блин, командник взвиснул. Я бы ему на этой серии дал бы тик-трол. Рэмбо или Эрона? Рэмбо. Рэмбо? Угу. Серьезно, он, блин, я бы вводил бы больше от тик-трол, чтобы... Реально, он везде был, считай, тик-трол. Ну, я проиграл, да. 8-4. Угу. Что-то вспоминаешь потихоньку. Угу. Что-то есть. Да хер ли Эрон, это, блин, персонаж 4 кнопок. Не, ну как 4? 2. Вперед 4 и назад вперед 3. Все. А как же назад 2-2-2? Ну это такая не особо важная серия. Пора заканчивать это все. Старый друг. Угу. А? Давай, ФБ, жду. Знаю. Я тебя знаю, как облупленного Сани. Блин, слай. Скомбил. Вперед 3-2. Слайд. Я думал, сейчас либо я промахнусь, либо слайдом не попаду. Ну ты известен своими камбэками. Миллион. Блин, надо отзвониваться, а я что-то перепрыгивать пытаюсь. А? Хорош. Да. Топ-ху. Так, отмена. Ага. Не знал. Так... Я прожимал, он ничего не делал. Ой. Ну, туда я сдох. 8-5. Слушай, счет потихоньку сравнивается. Ну, Саб-Зира, давай. Все-таки. Попробуем. Давай, бери Сабыча. Бабыча. Я соскучился по нашим каткам, честно говоря. Ну а какая же причина была выше описана, я в МК не возвращаюсь по той причине, что
Геймпад уже в принципе не позволяет играть, он живет своей жизнью в большинстве случаев. А ты это про обычный DualShock или DualSense? DualShock черный обычный, я 64 играю. Ну это ты бы взял один у бати, он совместим в проектах с PlayStation 4 DualSense. Ну блин, ну это ломать его от МК. Я вот уже третий год в ЙОХ играю, геймпад так и не сломался. Потому что в ЙОХе вообще не напрягаешься. Поэтому я в него и играю, там можно без напряга, блин, комбы вводить и просто... Главное просто прожимать и уметь всю эту херню делать. Да, я гений, я даю F4 в упор. Угу. Гений. Угу. Давай. О! Блин. I will end you. Пора это заканчивать, серьезно. Давай. Хорош. Ну, магия, что могу сказать. Ну да, тут было очевидно, что я слайд пихну. Итак, дорогие зрители, атмосфера накаляется. Так. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, зря. Зря ты так поступил, Саня. Блин. Кто же кого накажет? Блин. Я уже думал, прям все, ФБ зарядился, пора кидать его чипом. Чип нанесу хоть какой-нибудь, отзвоню тебя. Хер там. Но... По-моему, давай уже. А, нет. Как ты знаешь, я благосклонен. А? Что часто Понял. Приводит тебя к поражениям. Главное по совести поступить. А. Блин, я отлежаться хотел. Блин, ну это... И хера ты? Всё. Да я должен был с помощью вперед 4 твою броню перебить. Офигеть. Машина. Ух ты. Так. Блин. Перебил. Ага. Что? Вздымающийся лед. Подожди, а ты мне что пихнул? Ты уже сделал. А что ты там пихнул мне после обтычки? Вперед два вздымающие роли. Да назад два. Назад два, значит. Стой, подожди, а сколько у него назад два кадров? Вроде 10, по-моему. Интересно, сколько у меня вперед 3-то? Потому что я тебе после тычки вперед 3 кинул. И ты меня контратаковал. Сколько же на кадров? Так, ну что ж, дорогие друзья, сейчас у нас будет финальный матч, который решит. Попробую затрахать тебя в данном матче либо командником, либо оверхедами. Слоу. Ладно. Или тут у меня еще есть возможность комбить, я не помню, что у меня там на Джаксе стоит. О, я тут и комбить еще умею, оказывается. А у меня посмотри, какие способности. Телепортация, антиэйр и порталы. А зачем тебе два лаунчера? Чтобы делать офигенный урон под 500.
Вот Джек. Знаешь, сколько у тебя уже хп? Это ненадолго, мой старый друг. Это ненадолго. А. Смотрите. Дорогие. Друзья, у меня тут есть командник или нет? Или я что-то пропустил это? А, командник есть. Да, у тебя есть командник, старый друг. Угу. Ну и все. Значит, я херню увожу, а не командник. Ой-ой-ой. Ой. Остановись. А. Копа, видал? Давай, ФБ. Ты же на Джаксе. Да. Ой-ой-ой. Зачем же ты стоял здесь? Потому что я привык к Иоху, где блок вообще един. Давай, Саня. Читаю. А? Бум. Это говно, я у него ненавижу. Вперед 4. Да, вперед 4. Я просто ненавижу у него это. Счет 9. Ну, ба, по-моему, 9 или 10 кадровый вперед 4. Это просто я ненавижу этот удар. Он не реактится вообще. Он еще двуххитовый. И при этом наносит дамаг неплохой достаточно. Сейчас потелепортируемся. Опа. Так. А я не помню, а что я на Джаксе использовал-то для комбы? Дровосек, эксперт по захватам. А, вот они. Во-во. Во. Вперед 3-3. Ой-ой-ой. КБ. Тычка, счёт? Тычка, тычка, тычка. Вот весь Джакс. Тычка, 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 тычка. Тычка, счёт? Двойка. Тычка, двойка. Вот весь Джакс. Счет 8-3. Так, ага. 8-3? Это куда? В мою пользу. Пока что. Копа. А? Это безопасно. Дровосек усиленный. По-моему, даже обычные безопасят на блоке. Не, меня за этот обычный дровосек так наказывали. А, он, то есть он наказывается. Да. Это. Да ну, почему, когда я хочу сделать тик-трол, ты блокируешь? Оу. Хорош. А, ты КБ уже израсходовал. О, нет. Бум. То есть это не наказывается. Почему? Я это брейкинг сейчас обязан был. Блин. Капец. Что? Я не понимаю, как ты это реактишь? Я заблокировал и наказал. Я не понимаю, просто... как ты это реактишь? Я наиграл в кучу джаксов, дорогой мой друг. На нутсайбате. Да, и у меня не получается просто. Наконец-то я это говно сделал.
Ну, слушай, счет сравнивается. 8-4. Респект. Руки руку нахер. Фу, токи. Ага. Чтоб больше я не вводил свои вперед 4. Ну это я роплю. На самом деле говорю. Ага. Скучал по нашим старым добрым посиделкам. Ёхте, надо купить будет со скидкой попробовать. Он там по скидкам по 500 рублей стоит. И скидки на ёх, по-моему, частые. Я Жожо не смотрел. Да там и смотреть нечего. В принципе, ты можешь сразу садиться и играть там чаров. И я тебе объясню, какие имба, какие нет. Нет, я аниме не смотрел сам. Ну, я знаю, на игру-то это не влияет. Вот железный спинолом это. Ну, я его убрал. Последние две каточки на Арнольде сыграю. Железный членолом. Давай. Ну все, пора заканчивать тебе поддаваться. Качающаяся членовая пила. Удлиненный член. Захват членом. Членная машина члена. Сдавливающий член. Бросок члена. Мы тут играем или гачи? Не, мне кажется, костюм, где Кабал призрак, больше на фильм похож. Согласен? Наверное. Опа! Опа, я... Так, что-то я потерялся чуть-чуть. Да. Ау. Вот. Тут надо усилять его, чтобы быть безопасностью. Обычная телепортация — это 100% наказание. Ну, подожди, в статье написано счет 8-8. 8-8? 2-2-8. Да. Посмотри на счет. Таблицу сверху. А где она? Вверху над полосками здоровья, там где раунды. Или она у тебя отключена? Наверное, да, отключен, потому что я ничего не вижу. Блин, что-то... Наконец-то, да ё-мо. Да фак. Да что, ну то комбиться, то не комбиться. Ещё и бруталкой закончил. Так, все, пора выигрывать этот сет. Счет 8-9, я не могу проиграть. Так хорошо начал. А 8-9 тогда в твою пользу, да? Угу. И ты тут озверел. Барака-шрака. Окей. А чё у меня тут, кстати, у него есть, мне интересно. Командник вроде. Ну нажми треугольник, спешл, и посмотри перед выбором вариации. Вот так. Ну вот это у меня назад вперед 3, это вообще имба. Знаешь, да, командник. Знаешь, почему назад вперед 3 имба у бараки? Конечно же. Знаю. Чё? Что же там потому у него? Что, ну это... Шипы вроде, да? Нет, это вниз-назад три, а это удар знаменем. Знаешь, что такое удар знаменем? Где он втыкает флаг в тебя? Угу. Знаешь, что это такое? Unblockable, что ли? Я. У этой херни броня! Саня, ну ты просто, конечно. Я тебя же буду наказывать без блока, давай. Вот так. Да выделывался, старый друг.
Два. Бум! Это не поможет, Саня. Пора уже этот сет заканчивать. Я вообще, кстати, не знаю, кто придумал на назад 3-3 броню. Тупо на предикцию это. Не на предикцию, а как оно правильно называется-то? Ну, тупо неожиданно, короче. Да, да, на реакцию. На нежданчик. Ой. Я тебя пробью, ах. Лучше не брейкать, да? Иди сюда. Вернулся. Иди сюда. Да блин, где КБ-то, ё-мо. Да фак. Так. Блин. Ну о! Что это? Ну я блокирую же. Мерси. Блин, промахнулся. Бруталка. О! Не стрю, не стрю, не стрю, со стрю, не с 4. Типичный кунлао. 4-4-4! Так. Ах ты так, да? Да, фак. Бум-бум. Как? Да как? Да как такое может быть-то? Я сиза как-то тебе сейчас попал. Блин, нет. Я умер. Да. Нет, ты умер. Я знал, что ты сейчас пихнешь это говно. А, это просто unbreak комбо. Ну почему? Yeah. Я не понимаю, Рэмбо это единственный, по-моему, персонаж в игре, который имеет unbreak комбо. С ФБ. Тебе так не кажется, что Рэмбо это прям реальный чар, который просто им будет, если у него есть ФБ? Фу, ну ты мог не делать брейкер, как бы. Ну так я, не, ну один хер, ты бы по мне все равно попал бы, хоть в брейкер, хоть не брейкер. Ну там было бы поменьше урона, гораздо. Да, чего мне это твой поменьше урона? Это все равно это unbreak комбо. В Йохе, например, если бы я бы прожал бы вот этот брейкер, то я бы, во-первых, послал бы нахер его, во-вторых, ты бы откинулся, в-третьих, я был бы в безопасности. Я бы откинулся. Спасибо за пожелание. Откинулся. Да тут нечего делать, лучше сразу слиться. Ну чё, счёт 9-6. Ох. Command grab. Нашёл чем напугать. Где ж твой армор, дружочек? Я его и не пытаюсь пихнуть. О нет. Сейчас... Армор! Командники, бараки, говно. Лучшие в игре. Ну мы же все прекрасно знаем, что это рофл. Трэш. Ну, где команд, где команд грэб, знаете?
Игра, знаешь, что такое, что у Баракина назад вперед 2 есть командный захват. Игра, по-моему, забыла. Просто она, по-моему, не двойку просто пихает. Блин, черт. Все, пора это заканчивать. Угу. Все делаю, как ты и учил. Что? Что это? Что это? Объясни мне, как это работает? Как хер у тебя все залетает? У меня ни хера не залетает. О, нет. Ну тут ты сейчас чисто поддался. Ты не мог трижды подряд сожрать назад 3-1. Ну что, финальный бой, да? Сейчас будет. Да, только я лучше, блин, репикнуть хотел. О нет. Армор! Да фак. Вот почему эта ловушка у меня прожимает? Я прожимаю крадущийся леопард, нет, ловушка вылезает. CSGO. Ой, блин, нахера? Так, счет 8-9. Окей. Да фак. Да. Я должен победить. Что? О, нет. Что? Какое возвратное? Так. О, нет. Да. Не. У меня стул сломанный. Я чуть стул один. Счет только 9. Счет только 9-9. Ты не расслабляйся. А вы говорили же финальный раунд. Final Fight решит все. Так только что ж ты недавно говорил, что это финальный бой говорил. Не, вот этот финальный. Ладно. Просто там 9-9 у нас счет по таблице. Ладно. У тебя таблица. Так. Да, ну. Как тебе вот это, братанчик? Посмотрим. Давай. Ты ж не знаешь, что взять. Блин. Блин, ну я даже не знаю, что мрать даже. Время записи видоса прошло, черт. Мне, значит, скоро тоже кончится, слушай, недавно. Ну, значит, я сейчас видео остановлю, и будет типа а-ля такое бой 2.